В российском МИДе сегодня не раз подчеркнули, что в Мосуле и Алеппо террористы одинаково жестоки и очень опасно разделять их на хороших и плохих. Утверждается, что террористы в Алеппо выгодно отличаются от террористов в иракском Мосуле. Ну, вы знаете, эти заявления были сделаны в том числе официальными лицами в ряде западных государств. Мы еще раз хотим сказать, заигрывание с террористами – это очень опасный путь. Террористы в Алеппо не жалеют гражданское население, как и в Мосуле. Также упорно сопротивляются, пытаются использовать гуманитарные паузы для контрнаступлений. Впрочем, безуспешно. Они перегруппировались, пополнили арсеналы, а затем попытались прорвать оборону сирийских правительственных сил, предприняв 28 и 30 октября, в этот период с 28 по 30 октября, широкое наступление на западный Алеппо. В ходе ожесточенных боев террористы были остановлены и отброшены. Они понесли потери, потери большие. Мария Захарова назвала странным отказ Госдепартамента США комментировать выпущенную Россией белую книгу по Сирии. Там собраны фотоитоги военных акций западной коалиции в этой стране. Многие из них привели к жертвам среди мирного населения и разрушениям гражданской инфраструктуры.